В Новочебоксарске на набережной Волги прошел экологический субботник. Порядок вдоль Нижней набережной наводили работники администрации, депутаты и жители города. Новочебоксарская набережная представляет собой унылое зрелище. Вдоль реки стихийные свалки, заросли бурьяна. Глава республики приезжал в город-спутник, чтобы обсудить вопросы создания комфортной среды в рамках федеральной и республиканской целевых программ. Конечно, очень сильно расстроился, когда вот после обсуждения проекта благоустройства набережной, когда вот спустились, столько мусора, но это позор практически. Более чем странно, что об этом пришлось напоминать городским властям, да и сами жители должны быть более активными. И лишь только вчера более 150 человек, вооружившись граблями, лопатами, мусорными мешками, вышли на борьбу с мусором и уборку скошенной травы. В числе тех, кто сменил деловую одежду на рабочую, глава администрации города Ольга Чепрасова. Еще 4 субботника мы планируем пока предварительно. В течение 2 недель полностью будут завершены все работы по замечаниям, которые были даны в ходе рабочей поездки. То есть весь мусор будет убран, и по мере появления он также будет убираться. Будут установлены урны, контейнеры. Бутылки, бумаги, железо, картон. Чтобы убрать весь мусор, участникам субботника понадобилось 3 часа. За это время вдоль Нижней набережной было собрано более 80 мешков мусора и даже 8 кубометров скошенной травы. Окончательной разборке подверглась и полуразрушенная сцена. С набережной вывезено 2 машины старых досок. Набережная города Чебоксарска, она требует более пристального внимания. Почему? Потому что, прежде всего, это, ну, самое, скажем так, одно из красивейших мест города Чебоксарска. И по решению и по опросам жителей города Чебоксарска было принято решение в 2014 году. Мы начали благоустройство верхней набережной, первого этапа. И вот в дальнейшем уже в соответствии с программой комфортной среды, городской комфортной среды, значит, включили программу также благоустройства набережной уже 2-го этапа. Всего на благоустройство набережной в Новочебоксарской в этом году выделено около 15 миллионов рублей. Здесь должны появиться пешеходные тротуары, ограждения, скамейки, освещение, ливнесток и велодорожки. А пока там стоит гранитный камень, как символ будущих масштабных работ. Рифат Фаткулин, Арина Гавелян, Республика.